Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и сегодня я попробую, вернее, и сейчас я попробую закончить синдикат игру, это финальная, может быть это будет финальная часть, не знаю, там здесь уже чуть-чуть осталось, то есть, так это, нет, не нужно. Дробовик. Идем куда-то. Я ничего не вижу, во-первых. Куда мы идем? Denim is approaching the data core vault. Get to the sky office. You hear? Так, давай. Что тебе надо? А? Надо выйти отсюда. В любом случае. Потому что я такие места не очень люблю. Опа. Турель на нас работает. Вот и всех перебило. Это облегчило нам задачу, то есть. Хорошо. Если я пойду. Нет, сюда не могу пройти. Могу только туда пройти, ладно. Идем. Где? Кто стреляет? Я падал. Все равно обезорировать, так что. Черт. Кстати, да, все. Впрочем-то. Они по идее должны были в нас стрелять, но теперь они будут стрелять в врагов. Так что.
это война, конечно. Спать. Фу, все. Взять. А у меня и так вот. Что, какого хрена вообще? Я же тебя стрелял. Опять? Да вы чё? Они бесконечно что ли будут появляться?
Вот тревога поднята, они сейчас придут. Привет, Клей. Take the elevator all the way up. I'm waiting for you. Ладно, здесь больше патронов, они чуть мощнее будут. Так, а там что? Патроны. Наконец-то. Да ты чё, блин? Чёрт. Капец. Чё они не дохнут-то?
Не, я не понимаю. Давай тогда другую комнату. Так, нет, лучше так не тратить. Ну капец! Наконец-то, блин. Вообще жесть. Так, собираем патроны и идем. Куда-то. Собственно. Опять привет. Сзади.
Пойдем без колебаний. Line of sight. You may breach when ready. No. Не понимаю. Может, там что-нибудь было еще? Странно как-то. Почему он?
открывать-то мне не хочешь. Ладно. Ребят, я сейчас вернусь. Так, ребят, продолжаем, я, в общем, тут понял. Тут надо сразу нажимать, вот буквально. Вот. Вот видите, он... Подождите-ка, дайте-ка я вот так встану туда. Вот так. Все. Буквально вот сразу нажимать надо. Все, продолжаем. Тут уж точно будет финальная серия. Как бы должна быть. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Потому что я хочу закончить уже с этой игрой. Глава 20. Without a memory, you have no conscience, Kira. You think you can install one now, after the fact? Да, вот сейчас финальная битва. You think you can retrofit a morality after what you've done? И очень сложная довольно. She put you up to this, didn't she? You're taking orders from... Вот она. Как сбивать? Merrick, get rid of him. Sorry, Kilo. Like the man says, gotta get with the program. Так просто это не будет. Они же оживают. Блин. А, во, казнить. Понял. Только я слишком поздно это понял, потому что у меня патронов мало.
там, блин. Ходи. Заряжай. Блин. А вот, мне все равно у меня патронов мало было. Я более-менее понял, как это делается. Я не могу этот убить. Странно. Бери ее оружие. Вот сейчас начнется. You're just a pile of meat with a crappy chip. Блин! Я надеюсь, там сохранилось. Я искренне на это надеюсь.
Да. Блять, о, подожди, нет. А, ну ладно. Пока я не вижу. Давай. Черт. Да бери ты. Да не это бери, дурак ты. Да ладно. Ой, блин. А, зачем я это сделал? Это было очень глупо. Есть! Так, давай, что там нужно взять? Что нажимать. Фуф. Уф. Уезжаем отсюда. We're your dreams and desires, killer. We're the wants you don't even know you have. We're the void inside you ache to fill from the moment you're born to the hour you die. We're the future of the human species, Kilo. You can't fight the future. Approaching Jack Denham's office. Is that the best you can do? You think whatever downzone custom wetware that bitch put in your head is gonna crack my chip? Remote override detected. Something is wrong. Oh god, they're here! I'm a syndicate executive, Kilo. You can't stop people like me. Shutdown initiated.
сдохли, что ли, все равно? Такого, смотрите-ка. Интересная завязка. God damn you, Kilo. I gave you everything, didn't I? I took you away from those dregs you called parents. I opened the doors in your head. I gave you the heights. I gave you the world. And this is how you repay me? For what? For Lily Drawl? For that downzone ingrate whore? Look around you, Kilo. You see what she's done? The towers are burning. Eurocorp is burning. Because of her. Because of you. I made you, Kilo. I had you custom wired for a purpose, and I can pull your fucking plug like any other machine. When you and that bitch are both dead and buried, we're gonna rebuild the enclaves on your stupid down zone bones. Unmarked graves. Under poured concrete, Kilo. You've got my promise on that. Давай. Что мы сейчас должны сделать? Убить его? А, он сам сдох. И мы за ним, да, прыгнем? Sorry, Kilo. Guess you got used again. I lied about the chip meltdown, sorry. I needed you up here to take Denim down. But I cut your dart loose from Eurocorp back in the down zone. They can't touch you now. I wonder what you'll do now that you don't have any orders. А, он сейчас пристрелит. Все. Мы прошли эту игру. Ничего не будет после читров? Точно? Ну ладно, мы прошли эту игру. Я хочу сказать немножко мнение об игре, в общем. Ну, игра... Игра неплохая, то есть, как бы... Ну, мне кажется, она все равно на один раз, то есть... Поэтому... Ну, есть некоторые моменты, которые меня бесили. Вот. И есть некоторые хорошие моменты. Все-таки каждая игра по-своему уникальна. Я могу сказать, что игра, в принципе, хорошая, да. В нее можно поиграть. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Увидимся в новых прохождениях. Всем пока-пока и до новых встреч.